должны сейчас, наверное, с вами поаплодировать, чтобы у нас ролик запустился. Доминикана, конечно, удивительная страна, но я не могу словами с микрофоном передать все, что было там и все, что должно быть в ролике, поэтому дождемся. Звучат аплодисменты тем 22 директорам, кто ездил в Доминикану. Встаньте, пожалуйста, кто был в прошлом году в Доминикане. Давайте мы вам поаплодируем. Вот они, самые успешные лидеры. И в прошлом году получили наградную поездку. Было очень жарко, было очень интересно, было очень красиво. Шикарный был банкет. Вообще поездки от компании, это, конечно, самый шикарный подарок, который можно получить. Вы мне потом маякнете, когда у вас ролик запустится. Вообще есть два мнения. Многие мне лидеры говорят, ну я же могу поехать просто так, купить путевку, поехать в Доминикану, поехать на Бали, поехать еще куда-нибудь, в Грецию, в Анталию и так далее. Я всегда им рассказываю, вот когда вы приезжаете простыми туристами, вы общаетесь со своей семьей или общаетесь со своими попутчиками, вы идете на экскурсии, и все. Это, в принципе, обычный туризм. А когда вы ездите с компанией, от компании поездки называются не туристические, а поездки образовательного путешествия. Потому что не туризм, а путешествие. От компании мы с вами путешествуем, мы получаем с вами новые впечатления, новые эмоции в кругу своих приятных и любимых коллег. Ну и тем более... Никогда еще компания просто так поездку не делала. Она всегда организовывает мероприятия, она всегда организовывает тренинги, обучение, семинары. И это всегда действительно отличается от простого туризма. Поэтому подумайте, может быть, стоит все-таки поехать хотя бы один раз попробовать с компанией поездку, и вы никогда потом больше не поедете в простую туристическую поездку. Вы всегда будете ездить с компанией. И мне надо какой-то знак, мы эту затею с роликом заканчиваем или... Заканчиваем? Не идет. Хорошо. Тогда мы с вами его посмотрим немножко попозже, если все получится. В прошлом году осенью у компании была организована очень интересная акция «Сезон рекордов». Вот в Доминикану можно поехать, когда новым золотом станешь, да, или когда ты, драгоценный директор выше золота, и сделаешь прирост 23% групп. А в сезоне рекордов можно было каждому получить этот приз и поехать в Португалию. Победители получали призы и подарки. Самым лучшим из лучших компания подарила поездку в Португалию. Она вот буквально недавно закончилась, эта поездка. В десятке победителей в рейтинге был один из директоров от Уральского региона. Встречайте, на сцене участник Российской лиги предпринимателей, участница поездок и в Доминиканскую республику, и в Португалию, золотой директор компании Алина Безденежных. Добрый день всем. Да, конечно, это было невероятно. Невероятная Португалия не потому, что она сама по себе невероятна, но она запала мне в голову. Может быть, помните, кто был на ассамблее в Сочи, когда голосовали за поездки драгоценные и выбирали Португалия или Шри-Ланка. И тогда 51% против 49% победила Шри-Ланка. И я помню, мне так хотелось этот момент почему-то именно в Португалию. И когда я услышала эту акцию и назвали вот это слово «Португалия», с первой же секунды я поняла, что ну, я должна быть там. Загорелось что-то внутри такое, что ну, было ощущение, что значит возможно. Хотя невероятно с первого взгляда. Только 10 человек из 300 драгоценных директоров от золота и выше. Но вот тем не менее,
это невероятное все же произошло. Когда очень хочешь чего-то, то точно все сбывается. Началась наша невероятная поездка сразу же с невероятного совершенно впечатления. Нас привезли в абсолютно невероятный отель. Коллеги, я такого себе даже не ожидала, не мечтала, не представляла. Мы жили во дворце 19 века. Это был не отель, это был реальный музей. Можно было просто никуда уже не выходить, просто там фотографироваться, и можно было бы считать, что поездка удалась. Можно сказать просто, что в этом отеле останавливаются Криштиану Роналду, все премьер-министры европейских государств, королевские семьи европейских государств, Мадонна, Джейн Фонда и так далее. Вот такая доска почета, ну и делегация от компании «Фаберлик». Невероятная красота. Страна очень красивая, очень самобытная. Достаточно сказать, что одно из самых красивых мест, которые я видела, и самых вдохновляющих мест, которые я видела в своей жизни, это мыс Рока или мыс Судьбы. Это самая западная точка Евразии. Представляете, вы стоите на скале, перед вами Атлантический океан, огромные волны накатывают и шумят, и такую ты чувствуешь в этот момент энергию. Ну и, кстати, там я еще и получила сертификат, где написано, что я посетила самую западную точку Евразии. Невероятные гастрономические ощущения. Конечно, там очень много морепродуктов, рыбного меню, и эти продукты считаются там одними из самых лучших в мире. Лучше даже, чем в Таиланде, потому что Атлантика холодная, и там растут такие жирные сардинки, крабы, и все-все-все, вся вкуснятина просто невероятная. Ну и у нас было очень интересное впечатление там. Нам устроили экскурсию, гастрономический квест по Лиссабону. У нас были планшеты, нас поделили на команды, были расставлены точки. С тем посылом, что мы, гуляя по Лиссабону, закрывая вот эти вот точки, фотографируясь на них, медленно будем осматривать достопримечательности и что-то такое национальное, традиционное кушать в местных кафе. Но, в общем, туристическое агентство сделало большую ошибку, поделив сетевиков на команды и сказав им: вы можете спокойно, никуда не торопясь, гулять и делать, выполнять задания. Как вы думаете, как это выглядело? Лиссабона, конечно, мы не видели. Мы бежали, как сумасшедшие, по этим холмам на перегонки. У нас самое главное было выиграть этот квест. Давились пирожками с креветками. Беременная Мария Мумарова на 6-м месяце носилась за нами. Но, тем не менее, мы это сделали. Мы победили. Невероятная команда. С каждым новым путешествием, с каждым новым проектом, с каждой новой поездкой от компании у меня добавляется чат в телефоне, но кроме чата у меня еще добавляется огромное количество невероятных друзей, вдохновляющих, людей, которые меняют мою жизнь, меняют мое сознание, переворачивают, вдохновляют и мотивируют. И, конечно, здесь вы сами видите, какая роскошная команда у нас была, и это мои новые друзья. Вот это самая главная ценность путешествий от компании, а не красоты, не гастрономия и не архитектура. Ну и, конечно же, поездка в Португалию – это была командная история. В одиночку это было сделать невозможно. Поэтому я благодарю свою невероятную команду. Спасибо, девчонки, благодаря вам я там была. Надеюсь, когда-нибудь мы сможем быть там вместе. Ну и я была бы не я, когда я делаю эту презентацию, чувствую, что-то не хватает. Понимаете, методики ж не хватает выполнения акции от компании. Так вот вам, пожалуйста, методика очередная от меня. Как выполнять акции от компании? Конечно, самое главное – это цель. Я уже сказала, в первую секунду я поняла, что я буду делать эту акцию. Поставила себе эту задачу и сразу же определила тактику движения к этой цели. Так как это была командная история, я сразу же делегировала полномочия своим активным лидерам, посчитала и поставила задачу, ну и, конечно, мотивировала со своей стороны дополнительно. Конечно, это полная включенность с первого дня. Очень многие говорили: я не понял, я не разобрался. Сразу же после конференции я уже висела на телефоне, звонила всем менеджерам и требовала, чтобы мне объяснили, показали, скинули мне списки и начала работать с первого дня. Но третье, конечно, работать тогда, когда другие отдыхают.
Первый период акции прошел, когда все драгоценные директора, которые в ней могли участвовать, были где? В Доминикане, да. И немножечко даже подсмеивались надо мной, куда это я бегу вести какой-то непонятный вебинар. Отдыхаю же. А я как раз понимала, что для того, чтобы мне попасть в эту десятку, мне нужно именно сейчас сделать фору. Когда они отдыхают, пока они соображают, мне надо вырваться вперед. И это в результате получилось. Конечно, это командная история. Невозможно такие акции сделать в одного. Привлекайте команду, и вы увидите, может быть, неожиданно, как люди откликнутся, те, на которых вы, может быть, и не так рассчитывали. Поддержка акций от компании собственными ресурсами. Коллеги, ну, вполне можем же мы на каждый рубль от компании положить свой, если мы понимаем, что это для нас с вами выгодно, и стать такими соинвесторами. Поэтому на акцию от компании я предложила для моей команды дополнительную акцию, которая им позволила мотивировать своих новичков на заказы. Принципиальное участие во всех акциях компании. Вот это завет моего наставника. Это то, чему мой наставник меня научил. Принципиальное участие во всех акциях компании. Без разницы, это рекрутинговые, это какие-то флешмобы, это конкурсы в соцсетях. Не имеет значения. Если это выгодно компании, значит, это выгодно вам. Ну и когда вы получаете свои отличные результаты, пожалуйста, наслаждайтесь ими, благодарите себя, хвалите себя, вы это заслужили. И никогда не сдавайтесь с самого начала, думая, что это невероятно. Алина. Ну и совершенно точно, где мы с вами можем увидеться очень скоро и все вместе, независимо от того, в каком статусе вы находитесь, независимо от того, хватило билетов или не хватило. 23 сентября. Ассамблея компании. 21 год компании в Сочи. И мы, конечно же, приглашаем всех, потому что 20 и 21 сентября компания организует бизнес-тренинги от драгоценных директоров компании. Это идеальная возможность для наставников привести свои команды, самим побывать участниками ассамблеи, свои команды дополнительно мотивировать и вдохновить благодаря тренингам от тех людей, которых вы не увидите вживую иначе, ну и лидерам отдохнуть вместе со своими семьями. Ну и намекнуть тем, у кого открытые статусы, что для новых директорских статусов еще зарезервировано определенное количество мест. Вот как раз вы те люди, которые точно могут там быть. Спасибо. Золотой директор компании, участник Российской лиги, эксперт Академии Фаберлик, Алина Безденежных, лидер нашего Уральского региона.